Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать в новую серию, я даже не знаю, как это назвать, то ли жизнь ютубера, то ли Эдисон в полной сраке, я не знаю, ваши предположения, потому что, кто не знает, в предыдущей серии я застрял в унитазе, в туалете, дети, закройте уши, если здесь есть дети... В сральнике! Я застрял в сральнике бомжары. Кто не смотрел предыдущую серию, тот многое потерял, потому что я не знаю, как сейчас отсюда выбраться. Мы здесь уже находимся, ну, я не знаю, вторые сутки. Хорошо то, что у меня есть хавчик до сих пор, хорошо то, что у меня есть бутылки, где еще есть остатки воды и... Как же хорошо здесь пахнет. Я до сих пор не понимаю, как мне отсюда выбраться. Может... Нет, лопатка это для шашлыка, для кебаба, который я заточил. Как мне выбраться отсюда? Чё там есть сверху? Опа! Подождите! Я только сейчас за... Фу! То есть я 2 дня здесь сидел в этом сральнике, а здесь, оказывается, был стул. Не зря я бог троллинга. Не зря я знаю все эти ловушки. Не зря я знаю все вот эти способы выбраться из ловушек. Так как мог просто сразу же нажать на вот этот... Стул, а я весь провонял этим всем... Ну ладно, мне кажется, я просто лучше вжился в роль бомжа, я сейчас еще и вонючий, пахнючий, мокрый и весь в фекалиях, да. Ой. Добро пожаловать в новую серию жизни ютубера, я надеюсь, то, что ты ее ждал так же, как и я, потому что, ну, я ее на самом деле ждал, чтобы выбраться с этого сральника. И сегодня мы продолжаем наш эксперимент, где моя камера? Вот она! Камеру я сейчас поставлю сюда, и в этой серии мы, скорее всего, уже даже зальем ролик. Я надеюсь, что он все же сможет взорвать YouTube, где я меняюсь жизнями с бомжом. Я надеюсь, что вот этот ролик, который я записал в предыдущей серии, уже нам принесет достаточно так золотых монет. И мы накопим эти монеты, потому что, кто не знает, у нас осталось примерно 4 дня до того, как мы должны отдать кредит в банк. 4 или 5 дней вроде? Вроде 5. Если мы не отдадим, то у нас... конфискуют мою квартиру, которую я купил. Поэтому не надо. Здорово, бабажина, здорово, Геннадий Петрович. Да, понюхайте, понюхай меня. Какой я вонючий, какой я пахнючий бомж. Хорошо пахну, да? Михалыч! Здорово, здорово. В общем, я пошел дальше бомжевать, потому что в этой серии камера еще на меня направлена, и в этой серии мы с вами будем дальше продолжать выживать как бомж, точнее записывать контент для того, чтобы выложить на YouTube. А ты подписывайся на канал прямо сейчас, чтобы никогда не пропускать мои новые серии и мои стримы. Подпишись, пожалуйста, прямо сейчас и нажми на траба-бай-би-би колокольцы, чтобы, я уже сказал, в первую секунду получать уведомление на свой телефон, компьютер, что, мол, я выпустил новый ролик. Пока я разговариваю, я жду прохожих. Возможно, кто-то здесь будет проходить, и, возможно, я у кого-то смогу выклинчить хотя бы парочку золотых монет, кто его знает. А! Присяду вот здесь, возле мусорки, и буду ждать, пока кто-то здесь будет проходить. А еще ты можешь лайкусик поставить. Если мы прямо сейчас наберем 25 тысяч лайков на этой серии, новая серия «Жизнь ютубера» выйдет хоть через час, хоть через минуту. Все всегда зависит только от тебя. Эй, Чикса! Чикса, здорово! Чикса! Ты что боком наваливаешь? Боком дрифтишь, да? Боком! Чикса, подай денежку бомжу! Что-то знакомая какая-то, Чикса! Подай денежек, пожалуйста! Ну дай бабок! Да остановись, я сказал! Дай бабок! Бабок дай, Чикса! Дай на хлебушек, пожалуйста, на дошек! Пожалуйста, накорми бомжика, Чикса, ну, Чикса. Винишь, котян, может, бухнуть хочешь, Чикса? Чикса. Ядрить колотить, а? Ничего не работает. А если я тебе этой варежкой по башке стукну? А тогда меня вообще посадят. Ладно, ты здесь гуляй. Не прокатывать, не прокатывать. Чё-то мне кажется, на бомжа я не слишком смахиваю. Хоть и от меня воняет, как не знаю от кого. Ладно, с горожанинами у меня как бы общий язык не складывается. Не нахожу я общий язык. Хорошо, что я могу сделать? У меня такой вопрос. Давайте пойдем и попробуем еще найти там сосиски вот здесь, в переулке. И пожарить сосиски, потому что, ну, как бы еда у меня уже кончается, у меня осталось всего лишь еще 2 мяса, и после этого я реально стану прям полноценным бомжом, мне даже жрать нечего будет. Где могут быть сосисончики? Может, вот здесь? Нет, здесь ничего нет, здесь тоже ничего нет. Здесь тоже ничего нет. Так... Здорово, ёпты. Это...
Это ваше место, да? Я просто здесь мимо проходил, я ничего не хотел. Извините, пожалуйста, я пойду. Я у вас здесь сосиску и кебаб стараторил, и вы вот это заберите. Я сам, подождите, это все ваше, это все. И бутылки, и бутылки вам тоже отдам, бутылки тоже ваши были. Извините, пожалуйста, то, что я вас, у вас украл эти бутылки, я знаю, туда они ваши были. Собака, в смысле, это ваше домашнее животное, что ли, не могу понять. Это кто-то кошек заводит, кто-то собак заводит, а вы пауков заводите, дегенераты, а? Да отстаньте от меня! Чё, у меня даже не... Может, я тебя... Опа! Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Да, да, я... На, фигачи, на. Я ещё тебе даже... На, иди сюда. Извини, то, что я твою псину завалил, и прости, пожалуйста, бомжара, я не хотел. Да отстаньте от меня! Отстань! Я не хотел... Да ядрить, колотить. Я не хотел твоего щенка завалить, или твоего котенка, или кто для тебя был, я не знаю. Самое важное животное в твоей жизни. Отстань! Слушай, да может хватит за мной бегать, а? Пожалуйста! Ну, не заставляйте же меня по... Ой, божечки, да чё, опять? Ну, нет лучшего места, чтобы спрятаться, но на самом деле... Ну вы чё, издеваете? Всё по старой. В том же месте, в том же сральнике, с тем же запахом, в тех же фекалиях. Что я могу поделать, если у бомжары самое лучшее место для пряток во всей вселенной? Здесь меня точно никто не найдет. Так, ладно. Надо выбираться отсюда. Надеюсь, там уже никого нет. Здорово. Всем здорово. Все ушли отсюда. Слушайте, меня никто не признает. Ну, как в первой серии бомжа все было нормально. Бабзин, Геннадий Петрович, ну подайте, пожалуйста, на пропитание. Ну, в прошлой серии вы мне дали 3 золотые мои. В этой серии ничего нет. Ничего мне не дает. Ну, бомж, ну... Чикса гуляет. Чикса со мной даже знакомиться не хочет. Ну как-то так. Чё за жизнь-то такая бомжа несправедливая? Я поменялся домами с бомжом, а он... Костян, можно я с тобой здесь присяду хотя бы на лавочке, Костян? Вообще несправедливая жизнь. Вообще ничего не понимаю, Костян. Костян, это же я, дебила, кусок! Костян, успокойся, ядрить, колотить! Ты жив, Костян? Я думал, то, что ты при мне вообще даже звука не издаешь. То, что ты при мне даже вообще не шевелишься и даже не дышишь. Костян, это же я. Это же я шапку сниму, это же я. Да, по мне... Да, по мне не скажешь то, что это я, потому что я воняю, как фиг его знает, что... Да что ты делаешь? У меня 4 сердечка, да отстаньте вы от меня! Чё за дичь? Почему каждый в этом городе меня загоняет вот в эту нычку? Хватит, я уже заколебался в этот сральник падать, пожалуйста. Он для меня реально уже как родной стал. Чё поделать? Вот, мне кажется, многие сейчас даже сидят, многие даже не понимают, почему я так много разговариваю об этом сральнике. Потому что, скорее всего, ты даже не видел предыдущую серию. Ты не видел, как мы попали изначально в этот сральник, и не понимаешь, почему я здесь просидел 2 суток и только сейчас с него выбрался. Прямо сейчас надо мной появится подсказочка, тыкай на нее, переходи на предыдущую серию. Потому что после окончания этого ролика тебе 100% станет скучно жить, и ты захочешь продолжения. Пересмотри предыдущую серию, или посмотри, если ты еще не видел. Готов? Вот, нажимай прямо сейчас на подсказку, не будь ленивой сорокатанцей, а мы прямо сейчас будем дальше выбираться и топать. Да. Опа, никто меня не признает. Мне кажется, хватит на самом деле, все. Костя, ты что здесь уселся, у меня такой вопрос? У тебя дом в другой стороне находится, у тебя дом вот там находится. Отстаньте от меня. Ты смотри, эта чикса клеится к Костянчику. Мне кажется, он ей понравился. Бомж! Я домой вернулся! Открывай халупу! Бомж! Давай, открывай! Я знаю, то, что тебе нравится мой дом. Давай, сваливай оттуда! Бомжара, ты меня слышишь? Открывай халупу мою, я домой хочу вернуться. Все, эксперимент окончен. Все, закрываем камеру. 2 серии записал, мне кажется, я их выложу сегодня. Они, в принципе, нормально лайков соберут и нормально просмотров. Давай! Бомжара, сваливай к чертовой бабушке с моего... Бомжара, сваливай! Ты что, меня кидануть решил? Не могу понять. Бомжара, ты меня кидануть решил? Или, может, меня отсюда не слышно? Тут как бы есть щели в окнах. Вот, форточки открыты. Бомжара, сваливай, пожалуйста!
Я сейчас полицию вызову, хоть у нас в городе ютуберов полиции нет. Меня, походу, или решили кидануть, или бомжара просто боится ночью на улицу выходить, поэтому придем утром, или я... Ядрить, колотить бомжара. С ума сойти просто, сука. Ладно. Выбор у нас как бы небольшой. Я не знаю, что делать. Мне опять, что ли, ночевать в сраннике? Ладно, пойдем хотя бы к Михалычу. Михалыч! Михалыч! Здорово! Можно я ролик выложу? Это я. Да, я знаю то, что я плохо выгляжу, я знаю то, что я очень сильно воняю. Да, я ролик выложу, пожалуйста. Пожалуйста, Михалыч. Я выложу ролик, хорошо. Так, предыдущая серия. Как бы назвать? Меняемся домами с бомжом. Нет, с бомжом хотел сказать. Бомжом! Меняемся домами с бомжом. Мне кажется, она нормально должна так лайкусиков собрать. Ты ж поставишь лайк на ролик, если он будет так называться. Мне кажется, поставишь, поэтому давайте. Раз, два, три. Па! Готово! Так, один ролик я выложил, который я записал в прошлой серии. И еще есть один ролик у нас в запасе, который я записал в этой серии. Просто шик и блеск. Я ролики наперед записываю даже в жизни ютубера. Все, Михалыч, я валю отсюда, я одеваюсь, чтобы меня никто не спалил, а то будет гулять ютубер по городу, который воняет сральником, извиняюсь за выражение. А-а-а! Так, тихо! Тихонечки, дрить колотить, тихо! Оп, ты что думаешь, я не смогу тебя уничтожить? Ты думаешь, у меня тактики нет? У меня есть тактика по уничтожению монстров. Иди сюда, опа! Ты думаешь, как я додика... Вот, додика, как я домашнее животное бомжа того в переулке уничтожил? Именно вот так! Ой, сейчас лучше бы потушить это все, а то я случайно спалю. Магаз Михалыча. Михалыч, не надо пожарных вызывать. Все нормально, Михалыч, все нормально, ничего не было. Я просто здесь скелетонов убивал. Так, подождите. Мне кажется, что можно здесь переночевать. Потому что дома у меня как бы пока что нет. Я не знаю, почему бомжара не хочет мне его возвращать. Мне нужно добыть еды, потому что еды у меня... Зиро просто. Я не знаю, чем мне даже питаться, я не знаю, что мне делать, потому что, ну, я просто сейчас сдохну! Я не знаю, куда мне податься, Геннадий Петрович, я не знаю, куда мне податься, бомзин. Чё это у тебя такое? У него калаш, ядрить, колотить! То есть я еще сейчас и 7 золотых монет прококундию, потому что я его даже никак не могу убить! Ну что ж это за дело-то такое? Ну сколько можно меня загонять в этот сралик? Ну честно, ну он уже мне как родной стал. Я в нем уже 4 раза за серию побывал. Пожалуйста, у меня одно сердечко. Почему так сложно быть бомжом? Что ж это такое? Он там до сих пор. Дайте мне пожрать, я не знаю, что мне делать. Бомзин Геннадий Петрович, у него калаш. У него калаш в этом... А-а-а! И у него не АКС, у него настоящий калаш. Бомжара! Пожалуйста, бомжара, мне нужна помощь. Здесь у него настоящий калаш. Это не обычный калаш, бомжара. Ёперес, ты бомжара, открой, пожалуйста, дверь. Бомжара! Ядрить, колотить! Твою мать, что мне с ним делать? Да чё ж ты такой? Да! У него настоящий калаш! Я не знаю, что мне делать, я его никак, в принципе, сейчас не могу убить. Иди сюда. Я его сейчас точно как-то должен загасить. Иди сюда! Давай! Ай! Я его должен просто завалить как-то. Да, собака, ты сутулая! Так, не-не-не-не-не-не-не. Калаш я точно не должен прококундить. Это слишком. Иди сюда. Не стреляй в бабузину! Ребят, держите за меня, пожалуйста, кулачки прямо сейчас. Да! А где калаш? С него калаш или не выпал, или он сгорел. Ребят, подождите. А с него выпал калаш? Перемотай, пожалуйста, прямо сейчас и нажми на паузу. И скажи мне, пожалуйста, не горит то, что калаш... У него не этот калаш, который у меня маленький такой обрубок. Настоящий огромный калаш. Я не знаю,
Он с него выпал, я его как-то все же смог завалить, но я не знаю, он с него выпал и сгорел, или он с него не выпал. Пожалуйста, скажи то, что он просто не выпал, потому что если он выпал и сгорел, то мне слишком обидно будет. Ребят, я не знаю, что мне делать, слишком жестокая какая-то жизнь ютубера, жизнь бомжа даже, я не знаю, что мне делать, честно, у меня даже еды нет. Везде бандиты, я только что прококундил калаш. Я не хочу, нет. Это слишком жестокое. Ставь лайк, если хочешь продолжение. Ставь лайк, если хочешь, чтобы вышла новая серия «Жизнь ютубера». Потому что если ты сейчас лайк не поставишь, это будет последняя серия «Жизнь ютубера». И я просто не выживу. Извини, но я не могу это терпеть. Я полностью уже провонял этим сральником. И походу и бомжары меня даже киданул. Извини, пожалуйста. Oh!